смысле? Так, кстати, кто же такие декабристы и почему их так называли? Кто вам запомнился? Декабристы – это кто протестовал против царя. Так, и почему? Я вам назову. Дополняй быстрее, Леша. Я знаю декабристы. Рилеев, Адоевский, Муравьев апостол и Ким Джесбекин. Так, а почему их называли это декабристами? Кто ты? Они восстали против царя. Да, кстати, это сказал, что мы восстали. Кстати, декабре. Кто сам? Сережа дополнился. Все, на ваши очках. Быстрее, быстрее соображайте! Они не врубились даже, что две команды играют. Это изначально две стороны. Первая идет, они и все. Почему? И чтобы не натереть мозоли на ногах, нужно уметь правильно заворачивать порядки. Так, как мы будем? По одному. С той стороны подойди, Алёша. Посмотрите, правильно или нет. Потом посмотрим, когда будет. Потом, сейчас оценим. Надо проще найти будущие войны. Вы что? Нет, что надо затягивать? Вам еще первый конкурс. Второй. Мы еще не проигрываем все игры. Правильно. Правильно. Так, мужчина у нас уже отвечает. Так, не правильно, передаем следующему. Да, поставим. Давай, Леша, передавай другому. Да, оценивай другому. Давай, давай, давай другой, давай другой. Сейчас оценим, я так думаю. Нормально. Сейчас вот тут подожди, заматывай. Почему? Подожди, секунду. Правильно это замотала? Да, правильно, да. Вот дома тренироваться за 2 секунды. Так, смотри, поживее, поживее. Ну все, Олег, передавай правильно. Передавай правильно. Олег, передавай следующему. Мальчишки, мы хотим дома тренировать. Следующий. Покажи, как надо правильно. Я правую ногу вытащил. Сережа, а вот. Алеша уже все. Право налево. Алеша уже все. Шиня, мальчишки. Мальчишки, вы отойдите, что это не видно, не залезть. Отойдите. Ребятишки, отойдите. Стаси, отойдите. Сейчас подойдите, не толпитесь, не толпитесь. Так, папу помогли. Папу, помогай, помогите, конечно, что он делает. Я не могу, я не могу. У нас это команда, как-то эрудирование себя оказалось такие. Вот это настоящая кукла. Ничего, ничего, такого.
Надо на стул ставить ногу-то, на стул. Ну-ка. Все готово, еще.
себя нажали, да, СМИ забивать их. Без помощи рук должны вот это кольцо передать, то есть вот на эту спичку, вот сюда. Чем можно? До конца. Мы поняли? Да, все поняли. А вы поднимайте его снова.
А кто быстрее лежит? Да. Ну, мне интересно. А кто медленнее, да, тот выиграет. Так, члены жюри, вам нужно как-то, чтобы эту команду... Видно? Пальцем. Агентка пальцем.